Продолжаем утренний фреш традиционной рубрикой «Экстра Вёрджин». В ней мы отжимаем все самое интересное из мира новостей. Наследники Киркорова, Пугачёва и Навки вышли на подиум. Дочь модельера Валентина Юдашкина, Галина, представила первую коллекцию детской одежды. На роли модели пригласили отпрысков звезд. 6-летнюю Аллу Викторию Киркорову сопровождал 5-летний брат Мартин. Дочь Татьяны Навки, Надежда, оказалась на сцене впервые. Девочке в августе исполнится 4 года. Она была самой юной участницей показа. Об этом пишет в разделе «Звездные новости» журнала «Антенна Телесень». Ярославский музыкант Стас Майнугин делает первые шаги после тяжелого инсульта. Известный ярославский музыкант, который в ноябре прошлого года в тяжелом состоянии попал в реанимацию, делает первые шаги после реабилитации в Израиле, куда уехал после инсульта. Желаем Стасу скорейшего выздоровления. Более подробно об этом можно прочитать на сайте «Комсомольская правда Ярославль». Удиви меня! Новые тренды моды весна-лето 2018 года изучайте на страницах 28-29 журнала «Let's Go Ярославль». Вот таким был обзор свежей прессы в нашей рубрике «Экстра Вёрджин».